Да. Да. Вот. Теперь для тех, кто не знает. Вы создали сразу несколько образов, да? Тоже переходных. Да. У нас получился, как сказать, двухлинейный сюжет. Два сюжета в одном фильме. И причем оба позитивные, да? Да. Направленные. Да. Почему ты выбираешь вот такую позитивную направленность, комедийную? Что? Почему? Сейчас драму, какие-то ужастики. Ты выбрал комедийный жанр. Почему? Ну, потому что сейчас такие времена, то, что нам драмы хватает и в настоящей жизни, и под конец года уже все устали, хочется отдохнуть, посмотреть что-то веселое, чтобы не напрягало. Вот даже вот сюжет, который с дедушкой, вот ну, с отцом, как вот он, не будем дальше разговаривать, что там Да, происходило, тайны не он узнаешь. даже хотя и присутствует маленечко драмы, но он все равно с комедией. Тоже. Согласна. И заканчивается он так позитивненько, да, Да, все, соответственно. да. То есть ваша команда настроена дарить добро. Да. Изначально создали. Режиссером являетесь вы, так я понимаю, а сценаристом тоже? Или сценарий Главный вместе? режиссер и сценарист это я. Создатель вообще идеи фильма тоже я. Команда просто мы утверждают мой сценарий, утверждают мои режиссерские мнения, свое что-то добавляют, но основная режиссерская работа лежит на мне. То есть никто не залежет в сценарий, да? Могут подкорректировать, подправить, либо оставить как Подкорректировать, есть. да. Да. Хорошо. Тогда все.